Масштабная региональная акция «Спасибо врачам» продолжается. Сейчас медики особенно нуждаются в поддержке. Активисты «Молодой гвардии Единой России» вручили цветы и торты врачам Люберецкой подстанции скорой помощи. Сотрудники скорой помощи всегда готовы прийти на помощь. Последние два года им приходится особенно трудно. Из-за пандемии коронавируса число вызовов заметно выросло. Но угроза заражения ковидом их не пугает. Они храбро исполняют свой долг. Активисты «Молодой гвардии Единой России» решили поддержать боевой дух медперсонала. Вам крепкого здоровья, вы постоянно на передовой, постоянно общаетесь с больными. Поэтому, молодежь, давайте все вместе скажем в 3-4. Спасибо! Такая поддержка – это только дополнение к основной помощи медикам. Оказанное внимание поднимает настроение, и работать становится немного легче. К благотворительной акции подключились волонтеры, представители бизнеса и властей. Очень рад, что у нас такая активная молодежь. Эта акция не вот не я ее придумал, да, не наши там местные депутаты. Это именно всероссийская акция, которая пошла под эгидой молодежи. Это пошла от «Молодой гвардии Единая Россия». Молодежь понимает, насколько тяжело нашим врачам. Такой благотворительностью активисты занимаются не в первый раз. Акции поддержки у станций скорой помощи и госпиталей стали регулярными. Мы проводим различные акции, например, как сегодняшняя акция «Спасибо врачам». Это ежегодная акция. Привозили продуктовые наборы врачам, привозили подарки разные. Вот. Так что мы всячески поддерживаем люберецких врачей. Медики по-прежнему находятся на передовой. Для них важно, чтобы каждый следил за своим здоровьем, не забывал о правилах личной гигиены и использовал средства индивидуальной защиты в общественных местах. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.